вам долго и тщательно будут рассказывать о том, что эту заявку банк никогда не одобрит. Вам одобрен кредит в размере 1,5 миллиона рублей. Никогда не верьте менеджеру банка. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Бжезинский. Я шеф-редактор портала «Финверсия». И сегодня возвращусь к своей любимой теме – банки и все, что с этим связано. В предыдущих роликах я рассказывал о том, какие уловки банки применяют при депозитных программах, когда хотят получить с нас наши деньги. Сегодня хочу рассказать, какие уловки банки применяют, когда нас кредитуют, пытаются выдать нам кредит. При этом, как вы понимаете, разница очень существенная. То есть максимум в депозитных программах, что вы потеряете, это недополучите часть дохода, упущенная прибыль, скажем так, да? А в случае с кредитами дело обстоит гораздо хуже. Может так случиться, что вы, даже не воспользовавшись, собственно, кредитом, уже окажетесь должны банку. Первое из этих уловок – это, опять же, мелкий шрифт. Ну, или, скажем так, крупный шрифт в рекламе, который выгодно оттеняет нужные банкам предложения. Я не поленился, зашел на сайт агрегатор наиболее выгодных предложений банков по кредитам и просто прошелся по первым четырем из них. Самый выгодный на сегодня кредит, ставка, точнее, самая минимальная по нему, это потребительский кредит без обеспечения наличными. Полная стоимость кредита 9,9% годовых. Ну, замечательно. Перехожу на сайт банка, аккуратно смотрю и внимательно смотрю то, что написано под звездочкой. Под звездочкой написано следующее. Полная стоимость кредита варьируется в пределах 9,9-24,9% годовых. Почему варьируется? Да потому что ставка в 9,9% – это оттуда же, с сайта банка. Применимо при оформлении кредита в интернет-банке и мобильном банке клиентами, ранее оформлявшие кредитные продукты банка. В общем, куча дополнительных условий. Ну и мало того, в конце написано, срок и сумма кредита определяется индивидуально по результатам оперативной оценки платежеспособности каждого заемщика. Вот так вот банк красиво называет свою систему скоринга. Ну то есть понятно, что клиент со стороны, с улицы, не зарплатный клиент этого банка, не бравший в нем ранее кредит, на эту ставку рассчитывать не может никак. Поэтому я вам рекомендую все-таки ориентироваться на верхнюю границу, которая в данном случае составляет почти 25% годовых. Следующий кредит, следующее предложение банка – 10,9% годовых. Опять же, переходим на сайт банка, опять же, внимательно изучаем. А чем хорошо? Тем, что банки обязаны информировать нас о всех тонкостях, обо всех подводных камнях. Поэтому перешли на сайт и читаем. В рамках указанной акции, это, оказывается, акция, процентная ставка в зависимости от платежеспособности клиента и его долговой нагрузки может варьироваться от 10,9% до 22% годовых. Ну и так далее. Вот, значит, следующий кредит от 12,9% до 23,9% годовых. А при этом, кстати, на минимальную ставку в 12,9% могут рассчитывать только клиенты, которые подключаются при условии открытия специальной карты дополнительной, по которой в месяц он должен тратить не менее 10 тысяч рублей, обороты по карте показывать, и тогда банк готов с вами поделиться небольшой скидкой. Ну и так далее. В общем, заходите, читайте, смотрите. Это первое, что вам нужно сделать. Ну, я не думаю, что у вас может возникнуть потребность в деньгах прямо сразу, вот сейчас, вот через 5 минут они нужны. Все-таки, как-никак, ну час у вас в любом случае будет. Этого часа вам вполне достаточно, чтобы изучить условия и не столкнуться с неприятностями уже, когда вы явитесь в отделение банка. Да? Второй момент. Никогда не верьте менеджеру банка, который вам будет предлагать тот или иной кредитный продукт. Почему не нужно верить? Ну, просто потому, что у менеджера основная задача вам его продать. У вас основная задача купить этот продукт подешевле, правильно? Поэтому делаете вид, что вы не доверяете вообще никогда никому, и в том числе этому менеджеру. Внимательно изучаете все условия. И еще раз повторяю, помимо того, что эта информация размещена на сайте, эта информация в обязательном порядке указывается в документах, которые вам должны дать на ознакомление.
Там, у разных банков это разный набор документов, но практически у всех есть некие такие дополнительные листы, согласование с клиентом каждого чиха. И там должны быть ваши подписи проставлены. Кстати, вот это вторая банковская уловка. Дело в том, что банки очень любят, выдавая кредиты, обвешивать их разными дополнительными услугами. Это может быть СМС-информирование о остатке вашей задолженности. Это может быть наша любимая страховая защита, программа коллективного страхования, программа добровольного страхования. Это может быть плата за выпуск карты. Ну, потому что если кредит наличными, то, как правило, банк оформляет вам карту, на которую, собственно, и переводит этот самый кредит наличными. Так вот, за все эти вещи, за каждый чих, банк в обязательном порядке возьмет с вас деньги. Соответственно, этим увеличив стоимость кредита для вас. Полную стоимость кредита или эффективную процентную ставку, называйте как угодно, но регулятор наш, слава богу, предусмотрел и это. Поэтому на первом же листе кредитного договора, который вы будете подписывать, в правом верхнем углу будет ячейка, я не знаю, как ее правильно сказать, крупным шрифтом будет написано «Полная стоимость кредита такая-то». Ну, может быть, там и дополнительно эффективная процентная ставка такая-то. Если вдруг эта полная стоимость кредита не совпадает с тем, что вам вот только что минуту назад озвучивал кредитный менеджер, вы можете смело интересоваться. До тех пор, пока вы не поставили свою подпись под договором, вы вправе делать все, что угодно, задавать любые вопросы. Более того, я уверен, что многие из вас знают и, наверное, уже даже пользовались так называемым периодом охлаждения. Период охлаждения, он распространяется в том числе на кредитные продукты, то бишь вы, оформив кредит, на следующий день, через два дня, через неделю, сообразили, что он вам не нужен. Не знаю, каким образом вы так сообразили, не знаю, каким образом, что было мотивацией для такого резкого взятия кредита, но тем не менее, через неделю вы решили от него отказаться. Вы имеете полное право это сделать. Вот, об этом праве нужно всегда помнить. Но и не забывайте о том, что, пользуясь этим периодом охлаждения, вы, разумеется, потратите некую сумму пропорционально тому времени, которое вы пользовались как бы этим кредитом, даже если им фактически не воспользовались. Дальше, третий момент, ну, то есть мы перечислили, да, первый момент – это мелкий шрифт в договоре, второй момент – это подключение различных дополнительных услуг, причем, ну, вот вплоть до, как я уже сказал, кредит вам перечисляется на карту, вам, например, нужны именно что наличные, вы пытаетесь в кассе банка, вот здесь же в соседнем, условно говоря, офисе, в соседнем кабинете эти деньги получить наличными по карте, платите процент. Ну, у всех по-разному, там может быть и 5%, может быть некая 5% обналичиваемой суммы, может быть какая-то фиксированная комиссия, но все это нужно внимательно смотреть. Дальше мы смотрим следующее. Если помните, вот здесь вот под роликом будет ссылка на ролик о том, как банки мошенничают, ну, простите, не мошенничают, ловчат с нашими депозитами. Там я говорил о так называемой лестничной ставке по депозитам. Ну, то бишь, когда банки выпячивают, дескать, 10% годовых. Ну, на самом деле оказывается, что эти 10% действуют только 2 месяца от годового депозита. Все ровно то же самое происходит и в случае с кредитами. Дело в том, что многие банки используют эти самые лестничные проценты в своих маркетинговых целях, когда рекламируют собственные кредиты. Тут живой пример, с которым столкнулся мой коллега. Это было вот буквально совсем недавно. Рассыпчатый зимний снег, первые весенние ростки, ласковое летнее море, задумчивый осенний листопад. Портал finversia.ru. Весь год финансовые новости для вас. Рекламируется 11,5% годовых по кредиту. Приезжал сюда курьер, привозил моему коллеге карту, и мы внимательно почитали документы, которые привез курьер. Ну, оказалось, что эти 11,5% годовых действуют в течение первых 4 месяцев.
действия кредита, а кредит может быть и 48 месяцев, там, скорее всего, 12-24, но вплоть до 48. А далее ставка растет и доходит до 30% годовых. Ну, вы понимаете, да, что разница колоссальная. Еще одна уловка – это разнообразные дополнительные условия выдачи кредита. Например, мой коллега, к сожалению, столкнулся с таким условием, когда оформлял кредитную карту. Не очень внимательно прочитал договор, замечу, первоначально, потому что потом он отказался от этой карты, воспользовавшись как раз периодом охлаждения. Так вот, в этом договоре, там черным по белому было написано, что банк ежедневно снимает, списывает 30 рублей при наличии со счета клиента, при наличии хоть какой-нибудь задолженности по кредитной карте. Вы понимаете, 50 рублей вы потратили по кредитке в магазине, и с этого момента по 30 рублей ежемесячно, ежедневно с вас списывается. Коллега мой пользовался этой картой месяц, потратил по ней 10 тысяч рублей. В итоге вот это вот самое ежедневное списание обошлось ему в 900 рублей. И, как вы понимаете, другими словами, эффективная процентная ставка в данном случае 10 тысяч рублей и 900 рублей в месяц составила практически 120% годовых. Ну, то есть микрофинансы нервно курят в сторонке по сравнению с хорошими большими банками. Но самое, разумеется, распространенное и самое неприятное для клиентов – уловка банков, точнее, не уловка банков, это уже просто их способ заработка – это подключение клиентов к различным страховым программам. Да, конечно, закон о защите прав потребителей прямо указывает, что получение одной услуги не может обуславливаться наличием подключения к другой услуге. То есть, как бы, если мы отказываемся от страхования, то банк не имеет права, исходя из этого нашего отказа, не выдать нам кредит. Но я вас прошу провести простой следственный эксперимент, который я проводил неоднократно. Зайдите в любое отделение банка, да хотя бы вот в ближайшем к вам магазине крупной розничной сети, где идет посткредитование, да, и попросите сотрудника банка просто хотя бы принять от вас заявку на кредит, в которой вы поставите галочку в графе «Я не согласен, не готов присоединяться, не согласен с присоединением меня к программе страхования». Вам долго и тщательно будут рассказывать о том, что эту заявку банк никогда не одобрит. И вы знаете, дело в том, что действительно ведь не одобрит. Сейчас, конечно, с этим делом стало чуть попроще, потому что этот самый период охлаждения, о котором я уже говорил, действует как раз и на эти вмененные нам страховки. То есть некоторые клиенты считают, и небезосновательно, что они могут сейчас получить кредит с этой самой страховкой, и буквально после подписания кредитного договора и после того, как эта сумма упадет к ним на счет, они обращаются с заявлением в банк с требованием о том, чтобы банк отключил их от этого договора страхования. Не вопрос, говорит банк. Ну, вы же понимаете, что банки гораздо быстрее нас, потребители, ориентируются в обстановке. У них гораздо более крутые юридические департаменты, чем у нас, у которых просто их нету. Поэтому банки заранее все продумали и придумали. Придумали они следующий ход. Они отключают вас от этого договора страхования. Они даже готовы вернуть вам эту самую сумму, которую вы уплатили банку, а точнее страховой компании, за присоединение к этому договору. Но дело в том, что банк в сотрудничестве с страховой компанией, которая, как правило, является либо его одногруппницей по финансовому холдингу, либо с очень хорошим партнерством, эта компания может удержать вот буквально за день, что вы как бы пользовались кредитом, до 98% размера страховой суммы на некоторые административные расходы.
И тому подтверждение уже многочисленная судебная практика, которую вот я буквально только что изучал, с крупными банками, с мелкими банками, вплоть до Верховного суда дошло дело. Верховный суд вынес как раз такое определение о том, что страховая компания имеет право удерживать у себя на административные расходы такую-то сумму, если докажет, что эти расходы ей были действительно понесены. Ну, она докажет, не сомневайтесь. При этом еще нужно четко понимать, что банки чаще всего включают вот эту самую страховую сумму в размер вашего кредита, в общее тело кредита. То есть звонит вам банк. Мне они звонят очень часто, и я просто по долгу службы не заношу их в черный список, а общаюсь с их сотрудниками, чтобы узнать, что там у них новенького. Так вот, Дмитрий Александрович, говорят мне, вам одобрен кредит в размере 1,5 миллиона рублей. Вау! Ну, неплохо, они обо мне думают, да? Процентная ставка такая-то, такая-то. Вы знаете, я разговариваю с ними, ну, поскольку я буквально около компьютера был, залез в кредитный калькулятор, спрашиваю, какой у меня будет размер ежемесячного платежа. Они говорят, такой-то и такой-то. Я смотрю, и получается действительно, вот они 1,5 миллиона рублей, вот это размер ежемесячного платежа, вот это размер переплаты, и действительно эффективная процентная ставка ровно такая, как называет мне сотрудник банка. Думаю, ну не может же быть такого, чтобы вот так, все так было честно и хорошо. Ну, слава богу, догадался задать простой вопрос. Скажите, а на руки я получу 1,5 миллиона рублей? Ну, нет, что вы, Дмитрий Александрович, сказали мне. На руки вы получите 1,280,000 рублей. Я говорю, простите, а 220 тысяч рублей? А 220 тысяч рублей – это та самая страховка. Ну и, соответственно, эффективная процентная ставка по кредиту возрастает. Ну, не в разы, конечно, но значительно. И толком отказаться от этой, от этого страхового продукта я не смогу. Зачастую банки подсовывают вам на подпись документы, где вы должны соглашаться с теми или иными услугами, уже заранее проставляют галочки в тех пунктах, где вы соглашаетесь с СМС-информированием, со страховой защитой, с выпуском карты, с дополнительными другими услугами. Это, кстати, нарушение. И тут недавно один из банков был оштрафован на очень крупную сумму в размере 3000 рублей, что вызвало лично у меня массу восторгов. Ну да ладно. Из всего вышесказанного я бы хотел сделать один простой, но главный вывод. Никогда не принимайте решение о кредитовании, тщательно не взвесив все за и против, без наличия рядом с вами калькулятора, без наличия рядом с вами очков, в том случае, если вы не очень хорошо видите. Вы должны видеть все, что написал банк. Вы не должны слушать ничего из того, что говорит вам менеджер. Не обращайте внимания на его слова о том, что это не важно, без этого банк не оформит вам кредит, на это внимание не обращайте. Нет, вы обращаете внимание на все. В данном случае речь идет о ваших деньгах, потому что, наверное, никому из нас не хотелось бы в дальнейшем сталкиваться со службой взыскания того или иного банка или со страшными, ужасными коллекторами. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, если не понравился, ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал. Комментируйте, попробуем рассказать вам еще о чем-нибудь более интересном. Всего хорошего. Мы нуждаемся в ваших отзывах. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои мнения и вопросы в комментариях. Finversia.ru делает экономику понятной.